Сегодня будем делать вкуснейшую рыбу карасика, пойманного своими руками. Это с озера Уилги. У него вообще вкусовые качества отличные. Что мы делаем? Рыбу почистили, подсолили в меру. И вот так она у меня стоит в кастрюле с утра. Время от времени я подхожу в холодильник и сливаю воду. Нужно избавиться от лишней влаги. Делаем это по батиному рецепту. У меня видос есть на канале, прошлогодний или позапрошлогодний, как он делал. В общем, решил повторить эту вкусняшку. Сейчас сделаем, выложим рыбу. Ну, я вот на этот, под посуду поставлю, чтобы лишняя влага, остатки стекали и рыба подсыхала. Сейчас сделаю, покажу. И вот в таком виде будет часик, полтора, можно даже два, чтобы и влага стекла, и подсохла рыбка. Идеально надо вообще ее на расстоянии поставить. Проветрилась, так сказать. Было бы лето, поставил бы на улице, она обветрилась бы очень хорошо. Ну все, идеально получилось. Выставил рыбку, чтобы не прикасалась друг к дружке. Она так будет равномерно обсыхать. Сейчас пока час-полтора, в общем, подсыхает, иду готовить. Буду на тандыре делать. Тандыр, короче, у меня который есть видос, на скоряк я сделал. Ну ничего, работает. В общем, идем на улицу. Пока суть до дела, все стемнело. Разжигаем тандыр. Все, пускай разгорается. Пойдем готовить рыбу к закладке. Будем коптить вот на такой решетке. На улицу выйдем, покажу саму коптилку. Буквально недавно я ее сделал. В общем, укладываем рыбу. Я вот думаю, наверное, в этом положении и буду коптить.
Для чего все это происходит? Отделение от влаги, так сказать, подсушивание. Объясню позже. Сейчас самое главное, если чтобы рыба не упала друг на друга, если она упадет, уже того эффекта не будет, который я добиваюсь. Лучше даже положить вот так вот, если будет падать. А коптить будем вот в такой емкости. Это медицинский стерилизатор или что? Уже один раз делал, получилось замечательно. Я копчу на веточках. Веточки, яблони, груши, сливы, короче, с моего огорода. Каждый год подрезаем. Эх, наламываю. И на них копчу. Нормально получается. По идее, надо немного. Этого достаточно. Закладываем рыбку. Проверяем, что точно все нормально стоит. Ставим на огонь и прижимаем вот таким булыжником. Ждем минут 20-25 и будем проверять. Все, 20 минут и рыбка сготовилась. Сейчас вытащу, ну, переложу ее в тарелку и покажу результат. Горячая. Ах. Самое вкусное осталось. Вот такой вот результат. Для чего убирал влагу, сейчас скажу. Чтоб рыбка не полопалась, получилась вот такая красивая. Ни одной нету у меня. Вообще идеально получилось. О, одна уже побежала. Ладно. Всем здоровья, удачи, мирного неба над головой. Пробуйте, у вас все так же получится. Пока.